Смотрите, девчонки, я буду готовить рыбные котлеты, так вот у вас поближе. Здесь готовый рыбный фарш. Теперь здесь у нас в блендере две головки лука. И уже туда я желток от яйца вбила. Смотрите, что я теперь делаю. Сейчас мы вот этим блендером измельчим это все дело. Так, сейчас сделаем. Не до конца измельчили. Теперь сюда буду добавлять, заранее замочила в молоке, значит, батон. Я прям не отжимаю, ложу его так, чтобы котлеты были сочнее. Все, сейчас включаем опять наш блендер. Итак, у нас вот такая вот однородная масса получилась. Так, значит, наш фарш добавлю соли. Ну, соли прям на глаз, смотрите сами. Учитывая, что вот эта еще пресная часть к вам придет. Так, теперь перец черный. Больше никаких я приправ не буду добавлять. Ни травки, ничего. Как-то не очень нравится. Вот. Смотрите, теперь выливаем нашу эту составляющую и будем хорошо сейчас это все перемешивать. Так, теперь вот эту нашу получившуюся смесь хорошо вымешиваем с фаршем. Хорошо все размешиваем. Можно даже вот так вот немножко повзбивать, чтобы наш фарш насытился кислородом и были котлетки прям воздушные. Так, вот все. Теперь он пока пустоит, а мы сейчас возьму противень и будем формировать котлетки и будем валять их в панировочных сухарях. Так, начинаем формировать наши, котлетки. Так, примерно вот такие небольшие будем делать. Вот так вот формируем котлетку. Теперь в панировочных сухарях. Раз и два. Обваляли. Ничего страшного, что они вот такие мягкие. Будут точно. И вот сюда. И следующий. Ну вот такие у меня получились котлетки рыбные. Немножко сложновато они снимались с пергаментной бумаги. Ну прям совсем чуть-чуть. Можно ее смазать маслом, вот если кому хочется.
Ну и так получилось хорошо.